Меня зовут Илья Демуцкий, я композитор, я пишу музыку и говорю нотами. В детстве я любил кататься на качелях и слушать странную музыку в плеере. Помню, кто-то написал про мое сочинение, из застывшего жанра, опутанного условностями, и вдруг живое осмысление современности. Я не верю во вдохновение. Как говорил Чайковский, вдохновение рождается от труда. Люди, которые меня вдохновляют, это мои соавторы и друзья. Кирилл Серебренников, Юрий Посохов, моя мама. Мои проекты расписаны на 5 лет вперед. Я написал музыку к 4 балетам. Не пора ли вдарить по опере?